Всем привет, народ! Продолжаем тестировать нашего героя Poco M5. Лайк, подписка за старание, и мы начинаем. Погнали! Так, заходим в настройки. Видео. Видео, качество графики стоит среднее. Разрешение такое. Ладно, пока ничего менять не будем. Посмотрим, как он будет по умолчанию работать. Менять. А потом уже будет видно. Себе. Динозавр. Давайте до динозавра докопаемся. О, вот того я не буду докапываться. Походу это... Какой крутой. Перец. Опа. Замес. Схава. Ага. Ну и тебя нафиг. Какой-то ты мутный. Какой-то ты мутный. Ладно, пойдем мы в джунгли. Гоу в джунгли. Мы заберемся туда. Скала. Я думаю, навряд ли. Да. Не знаю, куда забраться. Дерево какое-нибудь, корягу. Ничего не творят. Сожрали всех. Угу. Создайте. Высвободите достаточное количество. Создайте кирку. Создал.
эти. Замочил камень. Уровень поднялся. Давай. Здоровье. Здоровье нам надо. Бля, ты чё? Тише будь. Ты смотри, как она... Ой, у него столько жизни. Он меня завалит. Надо свалить от него. Извиняй. Извиняй. Извиняй, не хотел. Да твой отвянь ты от меня. Падал, сожрал меня. Динозавр сраный. Ну, как видим, ребят, на среднем прекрасно идет. 30 FPS. Все отлично. Играбельно, даже более чем. Даже более чем. Череет. Как видим, ребят, стабильные 30 FPS, все отлично идет.
без лагов, подтормаживания.